Здравствуйте, меня зовут Лукаш Панцевич, я урбанист в компании 2P2. Я буду сегодня разговаривать о пилотажных проектах в Польше. Буду делать мою лекцию с переводом Димы, потому что я чуть-чуть понимаю по-русски. К сожалению, я очень плохо говорю в этом языке. Дима? Я просто предупредил, что я перевожу в воскресенье. Я такой, Лукаш вышел, я думаю, да, я стану в правильное место. Как ты хочешь, по-английски, по-польску? Все равно. Okay, so I'll speak in English. So as I said, I represent a company A2P2. Лучше представить компанию A2P2 из Гданьска. We're a young startup. We have no more than 1 year of experience of working on the market, but actually our company is based on more than 10 years of working practice in architecture and planning of both principals. Компания молодая, ей всего лишь около года, но на самом деле ее рабочая практика основывается на более чем 10-летнем опыте двух ее сооснователей. So, because we started as a young company on a very established market. We thought that we're not going to compete with other architects and planners, but we do something that architects and planners are not doing in our country. Из-за того, что компания Лукаш — это молодая компания, которая начинает недавно на рынке, который уже плотно забит компаниями, которые знают, что они делают, они решили делать что-то, что присутствующие на рынке архитекторы и планировщики пока что не делают. So we do a lot of planning of the projects before the architects actually start the work. So we prepare briefs for architects. We do a lot of public participation projects. We do master planning projects. И поэтому они делают ту работу, которая начинается до того, как архитекторы принимаются за работу. То есть они разрабатывают брифы для архитекторов, техническое задание, работают над мастер-планами и другими предварительными документами, которые определяют характер проекта до того, как он начинает проектировать детали. Or we do first of its kind experimental projects. This is one of the examples. It's a concept for a street development prepared for the authorities of Gdynia together with transport engineers, residents. Ну и многие проекты, которые они делают, это проекты партиципативные, в том числе экспериментальные проекты. И вот здесь на слайде вы видите такой пример. Это проект улицы для Гдыни, который был разработан совместно с привлечением жителей и местной администрации. We also do small construction projects at this step. This is an example of the first shared space street in Gdynia. We secured the funding and it's going to be built. The construction will start in December this year. Вот. Ну и как бы по этому проекту уже ведутся первые строительные работы, пока небольшого масштаба. Здесь на слайде вы видите макет вот этой улицы Старовейской в Гдыне. Это будет первое в этом городе процесса совместного использования. Я прокомментирую то, что у нас называется пешеходная улица, да, это есть еще другое слово, ВНФ, то есть это вот этот вот тип улицы. Okay, so I'm going to talk about two examples from our practice. One is an international competition that we did together with Henning Larsen and BBGK Architects. Лукаш расскажет о двух проектах, первым из которых является конкурсный проект, который они выполнили вместе с Хеннинг Ларсен и BBGK. And the other one is experimental project done by the authorities of Warsaw, the neighborhoods of Warsaw. А второй проект — это проект, который выполнен вместе с администрацией города Варшавы. Он называется «Новые районы Варшавы». Both of them are represent new approaches in Polish practice. I'll start with this one, Stocznia Cesarska, that's the name of the place. Ну и оба из этих проектов являются чем-то новым для современной польской планировочной практики. Первый из этих проектов — это Стошня Цесарська, то есть Цесарская верфь. Цесарская верфь. Why it was so new? It was a competition or close competition organized by a developer, and it was one of the first international competitions that was done in Poland. Что же здесь нового? Этот проект был организован, это был закрытый конкурс, который был организован застройщиком, и это был один из первых таких масштабных и амбициозных архитектурных конкурсов в Польше. The developer of the area, he asked companies to enter the competition and to prepare the master plan for the development of the whole area.
Идеал, про который организовал этот конкурс, он предлагал участникам конкурса разработать, собственно, план развития этой территории, которую мы выделили. Why it actually happened? Because the company that organized it came from Belgium, and they thought we're going to do this the same way as we would do this in our own country. И почему же так произошло? Произошло это потому, что девелопер, которому принадлежал этот участок земли, он, собственно, из Бельгии, и они решили, что поскольку они из Бельгии, то почему бы им и не организовать весь проект, процесс проектирования так же, как если бы это все происходило в Бельгии. Because in Poland it works different way. You have a gen plan, like a local area plan. Quite often you get information from the financial advisors as a developer what you can build, and then you give the project to architects. И это очень важно, потому что в Польше ситуация немножко другая. Обычно практика заключается в том, что у тебя есть генеральный план, потом ты пропускаешь этот генеральный план через бизнес-анализ, и он дает тебе какую-то информацию о том, какую застройку ты можешь там делать, после чего ты эту информацию напрямую даешь архитекторам, которые ее интерпретируют. So here it was different. The other challenge was that it was part of the area that had protected structures on it. Вот. Ну, собственно, здесь было не так, и другой сложностью, которая была связана с этим проектом, являлось то, что на его территории находится несколько сооружений, которые обладают статусом культурного наследия и потому защищены. So we won the competition because we proposed a strategy that protected the buildings and proposed the different uses to be located here, and then we proposed to maximize the development on the other plots. Вот. Но это обстоятельство было очень серьезно учтено при проектировании. То есть было предложено решение, которое сохраняло эти здания, которые обладали охранным статусом. С другой стороны, было предложено максимизировать количество девелопмента, которое будет происходить с, ну, на, по обратную сторону вот, защищенной части проекта. So then the other important element was that the whole master plan was organized around the public spaces. So we had the public spaces, the densification of the development and protection of the structures that recreated the identity of this post-industrial park. А другой важной частью проекта было то, что весь проект был, по сути, организован вокруг открытых общественных пространств и вокруг, собственно, сохранения исторической застройки. То есть это были ключевые моменты, которые были центральны для всего проекта. And also what was important was connecting the new development with the existing historical structure of the city. So this is the oldest part of Gdańsk, this is the proposed development area. А вторым важным моментом было то, что важно было сохранить, вернее создать связь между строящимся проектом и существующим городом. Если посмотрите на слайд, то в нижней левой части вы увидите историческую часть города, а наверху, в правой верхней части, ну, собственно, место, которое будет под застройку. So of course, because we don't have that much time, I'm just showing you a small fragments of the document. But what was also important was that we worked in the interdisciplinary team to prepare the proposal. Вот, ну, из-за того, что у нас ограниченное время, Лукаш показывает только какое-то ограниченное количество материала, которое у него есть. Вот, но еще одним важным моментом, который отразился на своем проекте, являлся тот факт, что они работали в мультидисциплинарной команде. So the international office Henning Larsen was giving the architectural expertise. We had the local architects who gave us the additional knowledge how to build according to the local regulations. We were local planners who were basically responsible for advising on how to design public spaces, how to connect with the city, but also how to plan the development of this. So how this will happen from the point zero to the development of the whole neighborhood. Задачи были разделены. За архитектуру отвечала международная компания Henning Larsen, которая сотрудничала с местными архитекторами, которые пытались понять, как это все можно построить, исходя из польских регуляций, в то время как компания Лукаша занималась тем, что проектировала общественное пространство и также общую структуру самого проекта. Одновременно другим важным моментом было то, что они планировали то, каким образом будет происходить процесс застройки, да, то есть что будет первое, что второе, и как эти вещи будут связаны между собой. And also what happens between the finish of the competition and the start of the first projects, because we also have to think how these places can be used in the meantime. Вот. Ну и другим важным моментом являлось то, что частью их проекта было то, каким образом
место будет использоваться с момента объявления победителей и до начала строительства. То есть они продумали этот аспект тоже. But of course, one of the most important thing, we also heard this during the previous presentation, that the idea was to create a space rather than create just a master plan. So we're thinking quite a lot about how the internal public spaces can work. Вот. Ну и еще одной важной частью, которая объединяет презентацию Лукаша и презентацию, которая была перед этим, это было внимание к общественным пространствам. То есть они очень сильно концентрировались на тем, как не просто сделать какое-то место, но сделать так, чтобы это место было живым и там действительно происходило то, что было задумано. I'm giving also example of one of the detailed part of the master plan when each of these buildings was a subject of the preliminary design when we tested what actually can happen. This is one of the buildings that we consider as location of the Museum of Contemporary Art. Вот. Ну, а это часть проекта, на которой можно видеть, как были детально проработаны потенциальные сценарии использования для каждого из строений. Вот это в этом строении примерялась такая возможность, чтобы сделать в нем музей, то есть для каждого из них прокатывались какие-то альтернативные возможности использования для того, чтобы найти самое лучшее. So such study was done for every quarter in the whole master plan. Also detailed designs were prepared for the public spaces and other aspects that are needed to be prepared in such a master plan document. Вот. Ну и такое исследование альтернативных вариантов использования каждого строения было сделано для каждого из кварталов, кроме того, были разработаны детальные проекты каждого из общественных пространств. So you may ask why the client did it and what he did it when he learned that basically in Poland we don't do this, we don't require master plans to be done. Вот. Ну и можно, конечно, задаться вопросом, а почему вообще застройщик решил это все сделать и как он отреагировал, когда узнал, что в Польше то, что было сделано, делать вроде как бы и не обязательно. There are two reasons. One of them, this is 16 hectares of land. So to develop this, this is really a long run. This is like 20 years of construction to develop such a difficult site. Есть две причины, которые определили выбор девелопера. Первая из них это то, что территория проекта это 16 гектаров, и полный цикл проекта займет около 20 лет. Это очень долгий срок. So it was a tool to coordinate his own actions, but also to brief the other architectural teams who will be coming and designing the blocks. Поэтому, по сути, проект служил средством организации деятельности самого застройщика. То есть это как будто бы мысленный эксперимент для них, как они будут действовать. С одной стороны, с другой стороны, эта информация могла быть сообщена архитекторам, которые в свою очередь потом проектировали эти отдельные здания. The other important thing is that it's not just a drawing. The document is pretty much alive. It's changing now because it was finished in 2017. But now, for example, we are entering the phase when we're discussing the issues with the management of the roads, with the heritage protection officer. So this is just a tool of negotiating with the public authorities. What can be done? How we can change the development. So this is like a rule book for a developer and his architectural teams how to future develop the district. Ну и нужно понять, что вот эта картинка, которую вы видите на слайде, это не что-то, что уже не может изменяться, это просто аргумент, это история, с которой можно взаимодействовать. Сейчас они обсуждают то, что здесь изображено с транспортниками, обсуждают с теми, кто отвечает за охрану памятников культурного наследия. И это очень живая вещь, которая постоянно изменяется. The other important thing was that first ideas that we have in the plan are already being put on site. So apart from the internal competition of architects, the buildings are being open for temporary uses. For example, this one was given to a local artist team. А другой важный момент является то, что сейчас, когда конкурс был разрешен, действия на проекте уже начались, и вот, например, здесь на слайде вы видите часть территории, которая была отдана на откуп местным художникам. Or, for example, some of the areas are being open as the places for events and just places where people can meet in the evenings during the summer time. So this is like the first ideas that are being used from the master plan already on site to open up. Ну, собственно, другим примером является то, что вы видите на слайдах, то есть открытое общественное пространство, они доступны для людей, там проводят какие-то мероприятия, таким образом, первые шаги, которые заложены в мастер-плане, они уже реализуются до начала самого строительства.
So that was the first project. The second one is slightly different because this time we were working for the local authorities, the city architect of Warsaw. Вот, ну, собственно, таким был первый проект. Другой проект имеет несколько другой характер по причине того, что в этом проекте они сотрудничали с местной администрацией из Варшавы. The project was a part of the housing development strategy of the city. The city architect highlighted 20 areas when in the next 15 years they want to build multifamily housing developments. Вот. Этот проект был частью большой стратегии, которая была заложена главным архитектором Варшавы, которая предложила около 20 площадок, которые в течение ближайших лет должны будут построены многоквартирные жилые дома. And this is the city architect Marlena Hapak, and this is the vice president Olszewski, who they were basically the leaders of the political leaders of the project. Ну вот на слайде вы видите по центру главного архитектора Варшавы Марлену Хапак. По левую руку от нее стоит Михаил Олшевский, который вице-президент Варшавы. Ну и на роль. На тот момент он фактически был президентом Варшавы, поскольку президент Варшавы не занимал свою должность уже. What they said? They said that they want to do this in a new experimental way. They organized a workshop between the city administration, the developers, and the local residents to decide how these sites are going to be developed. And they selected two sites for a first edition of this process. Вот, ну, собственно, эти двое людей были отцами всего этого проекта, его родителями, и они решили, что этот проект они сделают новым экспериментальным образом. Они собрали такой воркшоп, на который пригласили жителей, проектировщиков и бизнес-застройщиков для того, чтобы совместно обсудить, каким образом они будут развивать вот эти первые две площадки из 20 имеющихся. They had two motivations for it. One was the change of the legislation at that time. The government was considering preparation of the law that allowed the city administration to enter agreements with the developers, and that's why they wanted to open the negotiation. У них было две мотивации. Первая мотивация была потенциальные изменения законодательства, связанные это было с тем, что в тот момент правительство Польши рассматривало возможность создания механизма, в котором городская администрация могла бы вступать в прямые договорные отношения с застройщиками. And was about negotiating the elements of the public services, social infrastructure. So that was one of the motivation to talk. Вот, ну, то есть, и, соответственно, в рамках этих соглашений двусторонних между городской администрацией и застройщиком они могли определять, каким образом будут обеспечиваться какие-то социальные сервисы, каким образом будет создаваться инфраструктура. And the other one was that a lot of planning decisions were raising discussions with the activists, with the residents, so they thought we want to have one transparent process of discussing the concept for the development, instead of just talking one-to-one with every developer. А другим следствием являлась та ситуация, что очень многие планировочные решения вызывали очень резкую и сильную реакцию у активистов, и поэтому представители городской администрации решили, что вместо того, чтобы иметь какие-то отдельные переговоры с девелоперами по отдельности вокруг каждого участка, они просто сделают воркшоп и с ними вместе в прозрачной манере обсудят, каким образом лучше решать вопрос. So these are the first area, Port Żerański, the unfinished river harbor, when the city had a small piece of land and there are two major developers trying to build. Вот это первый проект, он называется Порт Жиранский, и здесь, как вы видите, это незаконченный проект, который пытались реализовать два девелопера. Mm-hmm. Here and here, and this is the city park. Вот, то есть сверху и снизу видите эти беленькие участки, те, которые пытались застроить частные застройщики, территория посередине принадлежит городу. The other one is the former factory, car factory, Żerań FSO. It's something like 90 hectares of land. The factory closed down, and the owners of the land wanted to sell it for other developers. Вот, ну а другим участком является территория бывшего, ныне закрывшегося автомобильного завода Żerań FSO. Эта территория составляет около 90 гектаров, и текущий владелец имел в своих планах продажу этого участка какому-то девелоперу. Convinced the developers to go to the come to the table. He promised them that they'll speed up the planning procedures if they participate in the process. И городской администрации удалось убедить девелоперов прийти за стол переговоров. Сделали они это тем, что обещали им
после того, как они поучаствуют в этом диалоге, в этом воркшопе, они ускорят процесс прохождения всех согласований для них. Okay, so we came as planning experts and we are constructing the whole process. So we started from learning from different parts of the city administration and from the developers, also from activists, what they really expect from these areas. Вот, ну и, собственно, компания Лукаша в этом всем процессе представляла планировочную сторону, и они организовывали все, что происходило. И они начали с того, что проконсультировались у всех активистов, всех сторон, и узнали, какие у них ожидания от вот этих вот двух участков, что они хотели в этом видеть. And we work also in cooperation with the beginning cooperative agency, also with the team of sociologists, who are doing the social research, also with the residents, activists. What they also did, and that was pretty interesting, they looked for the representative of the future inhabitants. So they were looking at the profile of the people who will probably move into this area as a part of the research. Вот. Ну и в рамках этого процесса компания сотрудничала в том числе с социологами, и интересным аспектом их работы было то, что они, помимо обычного социологического исследования, попытались составить портрет потенциального будущего жильца, который въедет жить в том, что будет построено на этой территории, и выяснить, соответственно, какую потребность этого потенциального жильца. And they also recruited them to participate in the workshop, which was also pretty interesting. Ну и поскольку они нашли этого вот жильца X, то он был приглашен поучаствовать в воркшопе, чтобы понять, что лучше спроектировать. So the whole process was designed as intensive three-day workshop. We started with the site visit with the members of the owners, of the administration, of the residents. И, собственно, процесс представлял себя интенсивный трехдневный воркшоп, который начался с посещения самих проектных площадок. И в состав группы, которая их посетила, были владельцы земли, потенциальная публика, представитель городской администрации, ну, все заинтересованные стороны. We also started with the session of exchanging the knowledge, so every side of every participant was giving information to the other members of the team. There is also sessions of the questions to the city administration, developers, so there's this kind of exchange of information at the beginning of the whole process. Ну и, собственно, в самом начале всего процесса начало было с обменом информацией. Вначале каждый рассказал, что он знает и что он хотел бы видеть от этой территории, и затем были серии вопросов, которые были направлены на каждую из сторон, то есть были вопросы девелоперов, были вопросы городской администрации, то есть обмен информацией был первым шагом всего проекта. Also, we started with a very early diagnosis, so we invited every partner of this process to show their concepts or their questions on the map. We were working on the model of the site, as you can see. Вот. Ну и также важной частью начала была попытка очень на раннем этапе поставить диагноз, что же там происходит. И, собственно, вот все участвующие были приглашены с самого-самого начала положить условно карту на стол, сказать, что они хотели бы там видеть, как они представляют свою ситуацию. So that allowed us to see where the things, where the people agreed and where the potential conflict issue that needed to be discussed during the workshop. Ну и вот это вот упражнение позволило сразу же увидеть, на каких, в каких местах люди между собой были согласны, представители разных сторон, а какие места потенциально были конфликтные, потому требовали дополнительного внимания при обсуждении в рамках воркшопа. And then we move to more detailed design. You may think that this looks a little bit childish, like, you know, serious architects and landowners working on Lego blocks. Вот. Ну а дальше как бы уже они перешли к более детальному проектированию. Вот здесь вы его видите на слайде. Можно, конечно, подумать, что это немножко какое-то детство, потому что у вас за столом стоят серьезные архитекторы, а проектируют они из вот этих вот кубиков Лего. But actually that was on purpose. Why we did it? Because remember, we were talking with three groups that using completely different language. Architects are talking about projects. Developers are talking about finance. The city administration are talking about legislation. The residents, they cannot jump straight to detailed design. So we needed a common language for people to start to talk about general ideas first. Но каким бы смешным это решение не было, на самом деле оно было более оправданным, а вызвано было тем, что у вас есть группы, которые говорят на очень разных языках. Архитекторы говорят на языке проектирования, девелоперы говорят на языке инвестирования.
городская администрация говорит на языке законодательных актов, и жителям слишком сложно, имея в виду вот эту техничность и непрозрачность этих языков, сразу же перейти к этапу детального планирования. So on those simple tools, we could say, okay, let's think about building bigger buildings at the edge of the site, or we need to have like major avenue somewhere here. Let's try to think about some greenery in the center part. So very general ideas first. Вот, благодаря использованию этого немного карикатуризированного упрощенного языка, они смогли приступить к обсуждению вопросов, которые имели действительно важное значение, например, строить либо не строить здание более крупного масштаба в начале проекта, нужно или не нужно создавать какие-то пешеходные связи и, возможно, стоит заложить какую-то зеленую зону в центре проекта. And of course, there are a lot of difficult discussions. Not these two projects were completely different. Port Żerański was a actually, it was a huge conflict that was not resolved before we started the workshop, so it started to appear during our work. FSO Żerań was much, let's say, easier. The people were agreeing with each other and there was discussion about the details of the design. Вот, ну и, собственно, несмотря на использование этих инструментов, дискуссии не были простыми, причем нужно отметить, что два этих проекта, которые расположены буквально через друг друга на самом деле, они, их обсуждение шло очень разно, и, например, в проекте, который расположен в порту Жиранском, очень быстро выяснилось, что на самом деле в основе проекта лежит очень глубокий конфликт, который сразу же начал выходить на поверхность, в то время как в проекте Жирань-ФСО люди достаточно быстро договорились между собой и в рамках воркшопа занимались уже обсуждением каких-то деталей. So with FSO Żerań, activists were fighting with developers and they couldn't agree. So basically we started the project as a design, we finished this as a mediation, when we just managed to say where we agree and where we do not agree. The second project was more successful. No, Port Żerański was the worst. It was like the big conflict. So here it was a Port Żerański. The worst one, but in Port Żerański you could not come to a project, it was the big issue. Yeah. Okay. Ну и вот в рамках этого проекта, который был более конфликтный, это был Порт Żerański, ситуация была такова, что у них была активистка, которая не хотела идти на компромисс с застройщиком, и по сути команда Лукаша пошла на смелый шаг, и они то, что изначально было запланировано как проектные упражнения, они предложили считать и развивать как упражнения по медиации, по построению диалога. So this is FSO Żerań. You can see that it finalized with a rough model of the development of a site. And this is one of the last moments when we reviewed the project. You can see that it's much more detailed. You can see the structure of the blocks, the key public spaces, location of the schools. So details on which you can then build a detailed master plan by architectural teams. Вот, ну а собственно это сейчас на слайде вы видите проект, который прошел легче, это FSO Żerań. И собственно потому, насколько более детальный проект, можно ясно видеть, что он пошел более активно. То есть здесь видна уже структура пространств, расположение и характер главных общественных пространств. Каким образом будут устроены кварталы, видно, где будут расположены школы. И также понятно, что на основе вот этого вот того, что было разработано в рамках воркшопа, уже можно приступать к проектированию уже такого более конвенционального и привычного всем генерального плана или мастер-плана. Because you have to understand that this is result of the three days of work. It's really not enough to develop detailed project, but it's enough to develop to discuss the key issues of the development. So the access to the site, location of the tram stops, the structure of the quarters. So all these things were discussed and agreed. Вы должны понимать, что то, что вы видите на картинке, это результат трехдневного воркшопа, трех дней интенсивной работы. И этого, разумеется, недостаточно, чтобы сделать из этого проект, но этого более чем достаточно для того, чтобы адресовать ключевым проблемам проектирования, расположения трамвайных остановок, расположение доступа к и возможности доступа к жилому району, структуре кварталов, то есть это уже информация, с которой можно что-то делать. And of course, it's easy then to translate it into more the language of the planners or the administration to build a game plan on the base of it. But still, what is important is that it was opportunity for the city administration, for the developers and residents to work together, which is pretty unusual for Polish standards. Вот. Ну и, собственно, итогом этого воркшопа было то, что они дали информацию, дали данные, которые позволили бы
двигаться дальше с планированием, но что было еще более важно, это было то, что это была редкая для польского контекста возможность застройщикам, жителям и городской администрации встретиться между собой, обсудить, как они видят ситуацию и просто повзаимодействовать с жизнью. It is a huge role of the public administration to be a, in such case to be a leader of such process. And it was also very important that you know during all those meetings, as I said, those people who normally use different languages, use different practice, they could exchange it. And then, owing to this common discussion, we were able to correct the project and make it better. That was the main reason why we really or why the city administration and us really entered into such difficult exercise. Вот, ну и, разумеется, нельзя не отметить значение и сложность роли, которая была выполнена в этом проекте городской администрации, которая рискнула и пошла на то, чтобы быть лидером такого потенциально конфликтного процесса, за что им, конечно, большой респект. И, собственно, важно также и то, что люди, которые обычно говорят на разных языках, смогли между собой взаимодействовать, обменяться мнениями, но кроме того, важно отметить, что воркшоп действительно дал какие-то плоды, которые действительно дали возможность появления какого-то нового знания и действительно помогут спроектировать эту часть города. But I have to say it was experimental project. And when we say about pilot projects, we have to remember that the whole idea of pilot project or experimental project is that it can fail. It's basically a huge risk. It requires a lot of bravery, but it also requires thinking that it may end up in a, well, not disaster, but it can be a failure. So it's also pretty important to remember that not everyone is ready. So I still have quite a lot of respect for city authorities that they took those risks. Вот, но давайте не забывать, что это экспериментальный, это пилотный проект, а проекты такого рода, они... Это не просто риск, это не просто как бы сложность. Нужно понимать, что поскольку это пилотный проект, он действительно может не случиться. То есть провал, возможно, не очень серьезный, вполне возможен. И по этой причине Лукаш говорит, что он испытывает большое уважение к городской администрации, которая пошла на такой рискованный шаг и решила поэкспериментировать в таких серьезных вопросах. So that's pretty much it. Two examples of very difficult pilot projects, real life and still being developed. By the way, the city of Warsaw now started a tender for two another of those processes, and we're also trying to get this one. Well, you should. Ну и вот, собственно, долговая история. Лукаш рассказал вам о двух совершенно реальных и довольно сложных пилотных проектах в Польша, и он отмечает, что, кроме того, сейчас городская администрация Варшавы открывает как бы конкурс на проведение консультаций на еще следующих двух участках в Варшаве. И они попытаются также в них поучаствовать. Спасибо. I have a short question. Ну, ладно, по-русски, да? Бюджет, сколько стоил этот проект? И я услышала, что это был тендер, да? То есть это бюджетные деньги, да? И сроки подготовки такого рода воркшопа на три дня? Сроки подготовки? How much time you needed to prepare this project? Окей, бюджет, по-первому, это было 25 тысяч евро. No, na wtorom szagu oni powyższyli tu kwotę dynik. No i jest to budżet, no nie, nie boli czym 80-90 tysięcy euro. 80-90 euro now for the second edition. Mm-hmm. And wtore poproś... How much time it took to prepare the workshop? Roughly... Three months. Сколько был вопрос, сколько времени потребовалось на подготовку такого трехдневного воркшопа? Ответ был, что около трех месяцев. По месяцу на день. It was very quick process. Quick. It requires a lot of time. Okay, not for Russian standards, but for Polish it was very rapid.
спасибо, Лукаш. У меня два вопроса. По первому проекту, Верфи, получается, там работали уже и изучали очень много, я так понимаю, тех, кто уже жил, да, и пользовался Верфи, потому что, я так понимаю, нет? На Верфи люди не живут. Нет, ну там нет, потому что там некоторые здания используемые, да, и изучали вообще те сообщества, которые живут, да, потому что я смотрю, что художникам отдали целое здание. Каким образом вы с ними работали, да, если отдали здание, то кто за ним следит, целое здание? Художники, либо это администрация города? Okay, so, my question was that apparently you studied the current users of the space, and also, so how did you interact with these current users, and also... And how did you involve them in the process? Okay, so first one was a different one. We didn't have such a huge interaction with the owners, but it's a private land now. And the current users is a construction, well, it's a private company that's actually building yachts. That's it still works as a werft or as a shipyard. So they have a relationship with the current owners. They rent the space from them, and this is the relationship. But in terms of the proposals, we didn't involve them in the first stage of doing the master plan. But then the owners of the land started negotiating with the artists to get them on site after the competition finished. During the competition, we were doing the studies of the potential future users, because we thought that, okay, this is going to change in the city center project. So we didn't have such a huge participation. But remember, this was a competition by the developer. So it was like the different rules that are being used. In the conditions of the competition, the developer and the landowner, they didn't want to open for a participation. It was a closed project. And then we had a very strict limitations in terms of the sharing of the information outside of the relationship with the developer. That's why it's so important that these processes are also involving the public administration, and they're prepared at the early stage. Because if you work for the public administration, you have more obligations to involve other people. Текущими пользователями Верфи были только компании, которые строили какие-то яхты, отношения между ними и текущими владельцами территории простые. Это отношения арендодатель-арендатор. Все достаточно просто, поэтому они никак не участвовали в стадии проекта. Но после того, как проект был сделан, владельцы земли вступили в переговоры с текущими пользователями, видимо, например, того, ну, что с ними будет дальше. Вот. И уже потом, после того, как бы конкурс был как бы решен, начался поиск потенциальных будущих пользователей этих пространств, потому что понятно, что это территория в городском центре, которая будет скоро менять свой характер, но вы должны понимать, что это был закрытый конкурс, который был организован частным застройщиком, поэтому ну, у него не было большой необходимости и желания слишком общаться с публикой, более того, из-за того, что это конкурс, он закрытый, у проектировщики было запрещено, по сути, разглашать конфиденциальную информацию. Вот и поэтому очень важно, имея в виду, видимо, второй проект, что если речь о городской администрации, то, конечно, это немножко другая ситуация, поскольку городская администрация по-другому относится с публикой и должна вовлекать людей в большей степени, чем девелоперы, которые решают, что будут делать ну, у себя на заднем дворе. И второй вопрос по поводу двух других проектов. У вас там партисипация, и вы вовлекаете жителей, да, именно тех, которые... Вопрос первый. Каким образом вы отбираете этих жителей, кто именно, да, и каким образом, то есть, вы находите контакт с ними, вот, вовлекаете в этот процесс партисипации, и получается, что тот застройка, да, она предполагает, там, я, возможно, несколько тысяч человек, то есть какой-то процент тех людей, которые принимали участие, да, в проектировании, те, кто решали, в общем-то, как будет выглядеть этот там микрорайон, допустим, от тех, кто будет там жить, то есть, получается, кто те люди, которые решали. Issue, know how many people we have to involve to make a design decision, and especially with workshops like that, we quite often do this in a couple of steps. So first one is the social research. So this is that's why we work with sociologists
Their first step is to do a social research, also to get information about the expectations of the people have from this area. Do you want to translate by step by step, or do you want to have? Okay, one go. Second one was that we involve the people or representatives of the people to work during the workshop. It's not like you have 1,000 people going to do this exercise. There are representatives of the residents, but also leaders of the local groups who participate. And then the final part after preparation of the draft is that these proposals were open for the public hearing or public meetings. So there was the opportunity for everyone from the street to go and comment. Also, it was published online. So there is this period when we are getting the feedback from the residents. And in the first part, we didn't have time to do this. But now in the second and in every process that we do, we also try to do a second step and include the comments from this open part into the correction of the final design. Ну, всегда, конечно, говорит лучше возникает вопрос, как бы кого из какого количества вовлекать, и именно по этой причине они сотрудничают с социологами, которые производят работу с населением, пытаясь понять, каковы ожидания, собственно, у тех, кто потенциально будет жить на этой территории. Но тут нужно понимать, что как бы у этого процесса вовлечения людей есть определенная структура. И, ну, не то, чтобы можно было пригласить на планировочный процесс 1000 человек, поэтому вместо этого приглашаются какие-то представители, да, представители каких-то местных групп, которые этими группами уполномочены говорить своим имени, и они участвуют в воркшопе. И, кроме того, как бы из-за того, что у проекта есть какая-то внутренняя стадийность, есть возможность собрать... Социологи собирают какую-то информацию о том, что думают все, потом приходят представители местных групп, они напрямую участвуют в воркшопе, потом результаты воркшопа также экспозируются публично, люди могли прийти вживую на экспозицию и там прокомментировать то, что они увидели. Кроме того, результаты воркшопа были выложены онлайн, и там также можно было оставить свою реакцию. Единственная проблема в этом проекте, в этом этапе, проекта «Осед для Варшавы» в том, что те комментарии, которые были даны после проекта, уже не могли быть включены в него, в вот этой следующей версии, которая будет для двух новых участков, есть возможность включения вот этих вот постфактум комментариев уже, собственно, в сам проект. Спасибо, Лукаш. Спасибо большое.